Медленно и бесшумно скользит над ночной водой одинокий огонек. Какая-то яхта покидает гавань и уходит в море. Домой ли? К новым ли приключениям? 3 месяца назад от этого пирса яхта «Апостол Андрей» ушла к берегам Антарктиды. Сегодня наша программа о судьбе лодки и ее экипажа. 3 кругосветки только за последние 9 лет. Самые высшие награды в парусном спорте. 80 тысяч морских миль. Этот проект стал уже символом парусного мира на рубеже столетий, как когда-то экспедиции Кука, Лаперуза и Беллисгаузена. За этой всемирной славой стоят наши русские парни из разных городов России. Лодка, построенная где-то в Твери, и Николай Летал, кавалер Ордена Мужества, заслуженный мастер спорта, человек, слово и дело. Наш человек. С чего все это, вот этот проект начался? В этом году исполнилось как раз 9 лет, как мы спущены на воду. Собственно говоря, вот, ну, проект чуть больше, пока мы его строили, почти 3 года. Вот. Но начиналось все с идеи пройти Северным морским путем на яхте. А потом она развивалась. Почему лодка называется «Апостол Андрей»? Началось с того, что как-то надо лодку назвать. 96-й год, 300 лет российскому флоту. Наш амбициозный проект «Вокруг света», через Северный морской путь. Хочется, чтобы в одном имени было все сразу, значит, и Северный морской путь, и кругосветка, и то, и пятое. И полоска Андреевского флага. Да, и все должно быть. В итоге, значит, ничего как-то не прижилось, а потом вдруг обратились к патриарху за благословением. Ну и вроде как и его попросить совета, как бы наречь. И когда патриарх присылает свое благословение, ну, такое письмо красивое с его этим зеленым вензелем, и там дается не, знаешь, как бы совет, рекомендация, что вот, мне кажется, что апостол Андрей, покровитель России, покровитель моряков, был бы, наверное, вот не самым плохим бы именем для этого. Органичным, можно так сказать. Да. И вот так вот, когда это прозвучало, и вроде как-то уже отступать стало некуда, патриарх за нами, то мы это имя и приняли. С простой, с нормальной, с человеческой точки зрения. Что такое кругосветное плавание? Вот когда уже загрузили продукты, солярку, прошли таможню, вот дальше все остальное. Ну, я же знаю, что ну плывешь и плывешь вокруг Земли. Ты лежишь затылком на теплой палубе и смотришь вверх, в распахнутую над тобой тропическую ночь. Пологая, еле ощутимая 300-метровая зыбь, пришедшая за тысячи миль с далекого юга, где шторма ревут, а волны похожи на обломки вздыбившихся скал. Сонно выводит верхушками мачт плавные узоры в бесконечной массе звезд. Заходишь в разные страны, встречаешься со штормами и штилями, ага. Встречаешься с людьми. Вот. Не, но тем не менее, это большой процесс, длительный, состоит из разных приятных и неприятных моментов. Да. Если так поделить уже на черное и белое, приятным моментом можно отнести, допустим, стоянки в каких-то там южных странах. Например, да? Да, стоянки в портах. Безусловно, да. Опять тоже, смотря как, вот в Ресифе мы пришли, такая духотища, что назвать это сильно приятным моментом. Никак, да? Вообще такое впечатление, что кругосветки больше неприятного, чем приятного. Все-таки, да? Роман Смирных на борту яхты «Апостол Андрей» пересек экватор. Вторая ваша кругосветка. То есть, что это? Вот картинка, допустим. Вот какие-то моменты такие, вот, которые вспоминаются. Ну, самая, так сказать, наверное, яркая, может быть, такая, обращаешь внимание, это когда нас зажало во льдах устья Маккензи в канадской Арктике. Вот там мы стоим с креном, яхту выдавило, приходит белый медведь в гости. Это вот по Арктике. Ну, потом другая сторона земного шара, Антарктика. Там мы среди пингвинов, которых впервые в жизни видим, ну и тоже опять среди айсбергов, которые очень красивые, вообще там природа такая удивительная. Ну и в промежутках есть еще всякие теплые страны, но все-таки главное, ради чего мы все затеваем, это вот от полярного круга к полярному кругу. Нас носит то там мы походим. Есть южное полушарие! В экипаже появился владивостокский житель, я бы так сказал, да? В традициях как раз вот брать людей с того места, куда мы приходим. В частности, в Владивосток мы пришли с новозеландцами. Если вы помните, то я взял новозеландского яхтсмена. Да.
Ну, а тем более уж в России. У меня были ребята из Мурманска, из Камчатки были. Вот. И сейчас, придя в Владивосток, конечно, возникла идея, что должен быть владивостокский парень. Он знает какие-то условия, всегда легче помочь. Ну, то есть он помогает лодке адаптироваться и подготовиться и к плаванию, конечно, и потом конечно. Уже органично вливается в экипаж уже на переходе. Безусловно. Какая роль в экипаже вот пока предварительная? Пока предварительно вахтенный начальник. Вахтенный начальник. Да, вахтенный начальник. То есть человек, который стоит у руля. Вот, и командует определенной частью экипажа. Какое самое интересное место на пути следования судна, вот, которое тебе предстоит увидеть, как ты думаешь? Ну, конечно же, это Антарктида. Туда попасть очень сложно, и не каждый туда сможет попасть. И, конечно же, посмотреть своими глазами, это будет грандиозно, конечно, для меня. Без башни! Боцман и строитель этого судна Владимир Киреев. Значит, это кают-компания. Ну, это центральная часть нашей яхты. Ну, вот это у нас фонотека. Каждый вносит в нее свой, так сказать, посильный вклад, а также по интересам. Ну, вот здесь великолепная коллекция авторской песни, джаза. Ну, нормально. Нет, музыку, в общем, мы здесь любим. Парадная, как сказал капитан, переборка вашего судна. Да. Что для вас тут самое такое? Ну, у нас есть икона, ценная, скажем, подаренная Алексием II, как раз он вручал капитану в храме Христа Спасителя. Это как бы начало вот нашего этого иконостаса. То есть она положила основу вот этой коллекции. Что главное вот в этом хозяйстве, скажем? Ой, скажем так, я не знаю, как сказать, что главное, здесь нет второстепенного. Скажем. Радиостанция для связи, GPS. Радар. Айсберги видно в него? Да. Тут это очень хорошо видно. Управление и контроль работы двигателя, компьютер со всей навигацией, с картами, спутниковые средства связи. Ну, собственно, все идет отсюда. А вот этот наш камбуз – это то место, где мы готовим еду. Ну, вот этот моторный отсек, вот, собственно, здесь перед нами находится. Источники питания. Ну, да, вся электрика расположена. А где центр, где командует боцман вообще? Ну, вы знаете, везде. Вот под паёлами, где у меня находится весь инструмент. Вот тут боцман командует под паёлами, получается. Да, потому что здесь находится инструмент, все наше, вот то, что мы работаем, вот чем работаем, это все находится здесь у меня. В судовой роли вашего судна я обнаружил профессию художник. Так. Что это? Штатное рабочее расписание или как бы вот судьба так распорядилась? Ну, это основная моя профессия – художник. Что в основном рисуешь, когда находишься на борту судна? Я? Море, люди? Мне, значит, для меня главное не нарисовать черный квадрат, а нарисовать и передать то ощущение, которое я получаю от плавания на яхте. Передать характеры людей и то, что мы видим. Вдохновение всегда есть, условия не всегда позволяют заниматься делом. Действительно, много работы на яхте, и мы и во время плавания, рулевой. Без башни! Находясь в 700 милях от побережья материка, из-за поломки рулевого устройства апостол Андрей лишился возможности управляться. Детальный осмотр оборудования показал, потеряна лопасть руля. Дальнейшее движение по намеченному маршруту невозможно. Использовав деревянную дверь кубрика в качестве пера, а спинакер-гик взамен баллера, экипаж изготовил временный руль и направился к ближайшей земле – Новой Зеландии. Плохо управляемая яхта с трудом сопротивлялась сильным встречным ветрам. Она попала в ураган с силой ветра 12 баллов по шкале Бофорта. 1 апреля российская яхта прибыла в Веллингтон, пройдя без руля в общей сложности 2250 миль. В столице Новой Зеландии, Веллингтоне, лодку подняли из воды, произвели необходимый ремонт. В ожидании новой антарктической навигации российское судно направилось к родным берегам, в порт Владивосток. Дверь та, которая самая раритетная, она осталась вообще жить? Нет, я ее, к сожалению, оставил в Новой Зеландии. Ну, она, во-первых, уже, конечно, пришла. Фанера разошлась от 2000 миль под водой и прочее. Вот это спинакер-гик, который и служил нам в качестве временной оси баллера для руля. Как раз привязывалась та дверь. Она была хомутами прикреплена на болтах,
А дальше шли веревки вокруг яхты, выходили туда в кокпит, и мы, как на лошади, вожжами тянули, подруливая. Ну, вот 60 тысяч миль – это, видать, серьезный момент. Для руля много. Этот проект внимательно отслеживается всем яхтенным сообществом, получая не только поддержку яхтсменов со всего мира, но и официальное признание крейсерских клубов старого и нового света. Так вот, значит, я обладатель двух престижных яхтенных международных наград. Это Seamanship Medal Royal Cruising Club Великобритании присвоил мне эту награду. И вторая была получена год спустя, медаль «Голубая вода» Blue Water Medal американского круизного клуба, крейсерского клуба. Присуждаются они один раз в год, не каждый год. Награда вручается за выдающееся достижение в морской практике, каким является плавание апостола Андрея. В сертификате описан весь маршрут и краткая история плавания, где указано, что совершено первое плавание вокруг Европы, Азии и Австралии, сквозное плавание по Северному морскому пути. Лодка работала практически во всех условиях, от тропических до полярных, а экипаж проявил неординарное искусство мореплавания и умение выходить из тяжелых ситуаций, рассчитывая только на свои силы. На фестивале «Грани экстрима» в Москве собирается компания людей, которые осуществляют свои проекты. Сколько вы со своим проектом, и вы лично, как Николай Летал, себя чувствуете комфортно в этой компании? Ну, бог его знает. С одной стороны, я там вот стал победителем вот этого, ну, очередной признак, что мне там посудили, как за лучший кругосветный проект текущего года. С другой стороны, я там практически никого не знаю. Собирается, ну, может быть, нам надо как-то чаще собираться. Без башни! Грандиозные планы требуют больших ресурсов. В России у лодки много единомышленников, друзей и надежных помощников. Во Владивостоке докование и ремонт судна обеспечивал Андреевский флаг – военно-морской флот России. Восхищаюсь мужеством этих людей, говорю спасибо. 23 октября в 14:30 апостол Андрей покинул ставшую родной гавань яхт-клуба «7 футов» и взял курс на Антарктиду. В планах команды прийти в море Росса, в район, где был утерян руль, и продолжить прерванную антарктическую кругосветку. В разговоре с генеральным директором ДВМП Абросовым Евгением Николаевичем стало ясно, почему «Феска» поддерживает команду Николая Летала. Профессионалам очень близки и понятны сложности этого проекта. Проводка судов во льдах и арктическое плавание проходят в очень сложных условиях. Пример этого плавания очень показателен для воспитания кадров пароходства и курсантов морских училищ. Активная позиция «Феска» как партнера этого проекта очень действенна и понятна. Компания обеспечивала продуктами питания всю экспедицию, а также заправку судна топливом в портах России и Новой Зеландии. В случае необходимости технические службы компании обеспечат надежную радиосвязь и телексную связь с яхтой. Через 3 месяца после отплытия из Владивостока 23 января 2006 года, подгоняемым попутным 8-бальным ветром, апостол Андрей ворвался во владение Ее Величества Антарктики. Ворвался в густом тумане, поливаемым мелким дождем, в окружении 10-метровых волн и редких альбатросов. Теперь апостол Андрей продолжает свой путь вокруг Антарктиды на восток, опускаясь по дуге большого круга к материку, пересекая непройденные западные меридианы. Все последние новости о прохождении Антарктиды на сайте letalo.ru. Встретимся в следующей программе. До свидания.